А вот здесь момент, и удается сравнять счет Атлантам. Великолепный бросок Егора Безделева, и счет становится равным. 5 минут уже еще, вернее, не прошло, а обе команды успели отличиться. И Титова вновь великолепно действует ловушкой. Тут уже момент, который доходит до заброшенной шайбы. 14-5 оформляет дубль Егор Безделев. Безделев. Бросок и хет-трик Егора. Соколов. Ух ты, классная передача. Безделев, дальний угол. Шайба в воротах. 18-8. Оформляет покер Безделев. Вот. Не разглядел я, кто же стал автором результативной передачи. А им стал 20. Соколов. Ух ты, классная передача. Безделев, дальний угол. Шайба в воротах. 18-8. Оформляет покер Безделев. Вот. Не разглядел я, кто же стал автором результативной передачи. А им стал 20.